Дорогие друзья, мы сегодня выполнили хирургическое вмешательство пожилой 83-летней пациентки, которой после эпизода кровотечения и эндоскопического исследования выявили рак опухоли выходного отдела желудка. Исследование биопсийного материала показало на то, что это низкодифференцированная аденокарцинома. Опухоль локализовалась в верхнем вентральном отделе с переходом на опухоль центральной кишки. И при компьютерной томографии выявлено метастатически измененные лимфатические узлы перигастральной локализации. Также отмечен субкомпенсированный стеноз выходного отдела желудка вследствие роста опухоли. И все эти обстоятельства потребовали от нас немножко изменить классическую лечебную тактику в отношении регионарно распространенного рака желудка, которая предполагает неоадъювантную химиотерапию, и пойти на хирургическое лечение в качестве первого этапа. Операция прошла, в общем-то, вполне стандартно, несмотря на нестандартный рост и распространение опухоли. Пациентка переведена в отделение интенсивной терапии, будет там наблюдаться, и мы ей желаем скорейшего выздоровления для продолжения лечения уже в адъювантном режиме, потому что без химиотерапии такого онкологического процесса не избавиться. Рак не пройдет. Мы победим. Давайте еще ниточку.